До воплощения мечты в реальность осталось рукой подать. Владелец крестьянско-фермерского хозяйства в Павловском районе Александр Пимченков мечтает производить молочные сладости для детей без консервантов и вредных добавок. У агрария для этого есть все – своя живность, корм и техника. Но, как и большинство, сельский предприниматель начинал с малого, во многом заручившись господдержкой. Видами господдержки я пользовался первый раз. Я пришел в 2012 году, когда зарегистрировал КФХ. Получил грант. На тот момент это было, грубо говоря, 818 тысяч рублей. Мне этого хватило на новый МТЗ. Потихоньку развиваясь, спустя 5 лет фермер получает еще один грант от государства в 6 миллионов рублей. На эти деньги он модернизирует коровник. Сейчас его животноводческая ферма – это 309 голов крупного рогатого скота и 1120 овец. С делами фермы познакомился губернатор Сергей Морозов. Неделю назад мы закончили заготовку кормов. Это сено. Оно у нас составляет общий объем где-то в районе 360 тонн. Этого нам вполне достаточно, даже с небольшим запасом. Сейчас мы готовимся к заготовке силоса и сенажа. То есть даже в данный момент у нас идет небольшое строительство сенажной ямы. Заготовка кормов завершается во многих хозяйствах региона, причем процесс идет высокими темпами. Сев кормовых культур составляет 71,5 тысячу гектаров, что превышает план на 10%. Такие показатели – результат оптимизации структуры сельхозугодий и применения современных методов обработки почвы. Рената Алиулова, новости Улправда ТВ из Павловского района.